Ворота открываются. Пожалуйста, подождите.
Входите в хирургическое отделение. Если вам что-то нужно, вы всегда можете обратиться за помощью на посту медсестер. Хотели бы отвлечь вас на минуту, чтобы сообщить следующую информацию. За тобой что-то есть. Доступ к личным палатам в этой секции запрещен без надлежащего разрешения. Вы можете связаться с администрацией для уточнения подробностей по данному вопросу.
Вижу цель. Не стрелять, это не противник. Эй, ты, там, слышишь нас? Отойди от двери, мы ее выломаем. Сэр, не думаю, что мы должны быть дружелюбными с этим пациентом. Мы даже не знаем, почему он до сих пор здесь. Вот поэтому он и ценен. Если он был здесь до нас, он должен лучше ориентироваться, и это поможет выполнить задание. Кроме того, по-моему, он выглядит вполне нормальным. Да, сэр. Отойди от двери. Не делай глупостей. Я слежу за тобой. Штаб, прием! Штаб! Это еще что? Одни помехи. Связь была отличная пару минут назад. Я не знаю, кто ты и почему ты здесь, но у нас нет времени на разговоры. Наше задание — найти и уничтожить. Присоединяйся к нам, и может быть, мы сможем выбраться вместе. Сэр, по-моему, я что-то видел. Ладно, дамочки, выдвигаемся. Ты, раз ты здесь уже освоился, ты же не против провести нас, да? Господи, что здесь, черт возьми, произошло? Это нам и нужно выяснить. Видел?
чисто. Меня сейчас вырвет. Ух, ну и вонь. Я чувствую даже через маску. Должен быть где-то здесь. Посмотри. Дерьмо! Возьми его, автомат! Черт возьми! Подожди, мы попробуем! Сэр! Дерьмо! Найди другой путь, встретимся позже. Удачи!